5 октября 1929 года. Мюнхен. Рабочий день 17-летней помощницы фотографа Евы Браун обычно заканчивался в 5 часов вечера. Но в тот осенний день владелец небольшого фотоателье Генрих Гофман попросил ее задержаться. Надо было привести в порядок архив. Чтобы достать папки со стеллажа, девушка залезла наверх по лестнице стремянки. Ева Браун не знала в тот миг, что через несколько секунд порог маленькой душной комнаты перешагнет ее странная и страшная судьба. В студию вошел узкоплечий человек с недобрым лицом. Нелепые усики, челка над левым глазом, дорогой костюм и шляпа в руке. «Какая-то карикатура, а не мужчина», — подумала о нем Ева. Через пару секунд она заметила, что незнакомец смотрит на ее ноги. Этот тяжелый взгляд слегка смутил его, но в тот момент она не испугалась. И сам человек, и то, как он смотрел на нее, показались ей всего лишь забавными эпизодами. Вернувшись домой, Ева как бы невзначай спросила отца школьного учителя Франца Брауна, кто такой этот нелепый человек. Отец Евы был всего на 10 лет старше Гитлера и в Первую мировую воевал в Бельгии, на том же участке фронта, что и будущий фюрер. Только Адольф служил ефрейтором, а Франц – обер-лейтенантом. Когда имя отставного ефрейтора замелькало в газетах после первых выступлений фашистов, Франц Браун, как и большинство немцев, посчитал его жалким выскочкой. Он сказал, что это сопляк, что это хуже, чем большевики, национал-социалисты, и всячески обругал начинающего свою карьеру, тогда еще господина Вольфа с партийной кличкой. Через несколько дней после случайной встречи с Вольфом Ева листала альбомы с фотографиями Гитлера, которые нашла в фотоателье. Вождь в партийной униформе, в окружении штурмовиков, около знамен со свастикой. Новый знакомый все меньше казался Еве смешным. Это обожание толпы, эти люди в коричневой форме, которые смотрят на него, как на Бога. 17-летняя девушка, не бог весть какой внешности, ну, средней немецкой внешности, которая очень смущалась, когда Гитлер застал ее высоко на лестнице, тем более, что она в этот момент укоротила еще юбку, ей было неловко. Вот у нее остался такой сложный психологический комплекс. С одной стороны, на нее смотрят, с другой стороны, ее это смущает. С одной стороны, отец говорит, что это вообще там не весь что сопляк и хуже, чем коммунисты. Совокупность вот этих психологических моментов подогрела интерес. Ева Браун родилась морозным утром 6 февраля 1912 года на окраине Мюнхена в добропорядочной католической семье. Ее отец Франц Браун преподавал историю католицизма в ремесленном училище Мюнхена. Мать Франциска занималась домашним хозяйством. Две ее сестры, старшая Ильза и младшая Гретель, росли тихими, послушными девочками. А Ева в детстве была сорвиголовой. За непослушание ей часто доставалось от родителей. Отец даже порол ее ремнем. Маленькая Ева мечтала стать актрисой. Она обожала кино, особенно американское. Но учиться актерскому мастерству отец ей запретил. Он всегда считал, что достойная немецкая женщина рождена для того, чтобы вести дом, заботиться о муже и растить детей, а не лицедействовать на сцене или киноэкране. А настоящий мужчина в Германии, по мнению Франца Брауна, должен заниматься делом, а не сотрясать воздух бессмысленными речами, как это делали разные политиканы. Поэтому Франц Браун презирал предводителя нацистов Гитлера. Когда его дочь познакомилась с будущим фюрером,
Браун был категорически против отношений дочери с человеком по кличке Вольф. Псевдоним Вольф, то есть Волк, Гитлер придумал себе в 1921 году. Германия, побежденная в Первой мировой войне, переживала глубочайшую экономическую депрессию. Нищета, хлеб по карточкам, даже сигареты были дефицитом. Тысячи бывших солдат совсем недавно вернулись с фронта и стали людьми без будущего. Работы нет, надежды нет. Среди этих отчаявшихся людей 35-летний отставной ефрейтор и неудавшийся художник Адольф Гитлер находил единомышленников для создания национал-социалистической партии Германии – НСДАП. К осени 23 года в партии состояли 3000 человек. Почти все они входили в так называемые «штурмовые отряды СА» и носили рубашки коричневого цвета со свастикой на рукаве. Многие были вооружены дубинками, ножами и даже пистолетами. 9 ноября 23 года нацисты впервые громко заявили о себе. Под лозунгом «Национальная революция началась» штурмовики Гитлера устроили дебош в гигантском пивном зале Мюнхена «Бюргер Браукеллер». Сам вождь партии выстрелил из пистолета в воздух с криком: «Эти слюнтяи в правительстве должны отдать власть нам, истинным патриотам Германии». Пивной путч провалился. Но в считанные часы мало кому знакомое до этого политическое движение стало известно не только в Германии, но и во всем мире. Это была восходящая звезда реакционной германской политической сцены. Он тогда активно делал политическую карьеру в НСДАП. За ним была слава героя Первой мировой войны, слава участника пивного путча, недолгий срок тюремного заключения. Он получил 5 лет за пивной путч, но отсидел только 9 месяцев. В начале 30-х пресса заговорила о Гитлере более чем активно. Цитировались его обещания покончить с экономическим кризисом в стране и безработицей. Послевоенную Германию он называл вертепом разврата и был недалек от истины. По всей стране каждый вечер открывались для посетителей игорные дома, бордели, притоны наркоманов. Обыватели боялись выходить на улицу даже днем. Преступность в Германии начала 30-х была самой высокой в мире. Гитлер однажды сказал на очередном нацистском слете: «Придя к власти, я прихлопну эти Содом и Гоморру одним ударом». К 1931 году нацистская партия уже была мощной политической силой. Но при этом все еще он не избавился от своего комплекса неполноценности, комплекса маленького человечка, столь хорошо показанного Чарли Чаплином, да, в этом знаменитом фильме. Комплекса собственной неполноценности бывает мания величия. И эти две черты у Гитлера очень хорошо сочетались. И на рубеже 20-х и 30-х годов это было весьма заметно. Ева Браун не слишком вдавалась в суть лозунгов национал-социализма о превосходстве арийской расы и мировом господстве. Но очень скоро решила для себя. Ею заинтересовался не просто мужчина, а выдающаяся личность, герой, о котором она грезила с детства. Гитлер много ездил по стране, выступал на митингах. Но приезжая в Мюнхен даже на несколько часов, он обязательно заглядывал в ателье Гофмана, чтобы подарить Еве цветы и огромную коробку конфет. Только через год после первой встречи, осенью 30-го, Гитлер пригласил Еву Браун в самый дорогой ресторан Мюнхена. Он ее водил в кинотеатр, там, в театры, в кино, в кафе, в рестораны. Он не стремился соблазнить молоденькую девочку. Между ними складывались человеческие доверительные отношения.
И здесь формируется еще такой комплекс девочки, нуждающейся в опекунстве, в отце по существу. Гитлер снял для Евы Браун уютную квартиру в центре Мюнхена. Теперь у нее были модные наряды и дорогая по тем временам косметика, подарки Гитлера. Ева все больше увлекалась человеком, который был старше ее на 23 года, и не могла понять, почему Гитлер надолго пропадал из ее жизни. Иногда они не виделись месяцами. Все объяснялось просто. Гитлер тогда разрывался между своей новой пассией Евой Браун и еще одной юной возлюбленной, Анжелой Раубаль. Домашние звали ее Гели, племянницей Гитлера, дочерью его сводной сестры. Дядя был старше нее на 19 лет. Ей 23, ему за 40. 17 сентября 1931 года Гели весело провожала его на очередной слет нацистов. Утром следующего дня Гитлеру сообщили, что Гели пустила себе пулю в сердце из пистолета, который он подарил племяннице на день рождения. Что стало поводом для самоубийства Гели Раубль? За несколько минут до рокового выстрела девушка нашла в кармане дядиного пиджака записку. Там было несколько слов. «Дорогой господин Гитлер, еще раз благодарю за чудесный вечер. Я его не скоро забуду. Считаю дни до нашей следующей встречи. Ваша Ева». Есть сведения, что она покончила жизнь с собой на почве вот неудовлетворенности отношениями с Гитлером. Гитлер вообще отличался большими странностями в сексуальном отношении. И, может быть, это явилось и причиной. И, кроме того, он был довольно груб с женщинами. Гитлер был безутешен. Он перестал навещать Еву Браун, даже не писал ей. Кризис в их взаимоотношениях продолжался ровно год. Еве было тоскливо в пустой квартире, которую снимал для нее Гитлер. Осенью 1932-го она переехала к родителям, но семье ничего не рассказывала. 1 ноября 1932 года, Мюнхен. Поздним вечером старшая сестра Евы, Ильза Браун, вернулась домой с дружеской вечеринки и в ужасе замерла на пороге. Ева лежала на диване, раскинув руки. Простыня и подушки были забрызганы кровью. На полу лежал пистолет отца. Рядом прощальная записка, адресованная Гитлеру. Ева Браун точно скопировала самоубийство Гели Раубль, но осталась жива. Гитлеру передали прощальное письмо Евы. Он мгновенно приехал в клинику с огромным букетом роз. После этого дня судьба навсегда связала Гитлера с Евой Браун. Почему Гитлер сделал своей избранницей именно эту, самую обыкновенную немецкую девушку? Уже став всемогущим хозяином Германии, Гитлер объяснял свою привязанность весьма обыденно. Ева в его вкусе, она мила и непосредственна. Все аристократки и миллионерши не стоят ее мизинца. К тому же, говорил фюрер друзьям в минуты откровения, она превосходно выполняет все его прихоти в постели, и с ней не надо говорить о политике, потому что Ева в ней ничего не понимает. Ева, безусловно, вошла в его жизнь как единственная женщина, с которой он что-то человеческое чувствовал. Все остальные, это было самоутверждение, это было был охотничий азарт, желание познать других женщин. Это свойственно многим мужчинам, особенно лидерам и особенно политическим лидерам. Гитлер чувствовал себя рядом с Евой Браун легко и просто еще и потому, что они были людьми схожего происхождения и отнюдь не аристократами. Гитлер часто повторял: «Она – это я. С ней не надо притворяться и блистать интеллектом, как с дамами из высшего общества». У сына мелкого торговца и дочери рядового преподавателя ремесленного училища было много общего. Гитлер специально себе выбирал такую подругу, которая не была бы никакой, просто симпатичной девушкой, которая бы
ну, на самом деле, наверное, это так, безумно любила Гитлера и как фюрера нации, и как вождя партии, и как мужчину со всеми своими комплексами, проблемами и переживаниями. В 1935 году, узнав о мимолетном романе Гитлера с малоизвестной актрисой по имени Валькирия Занг, Браун повторила попытку самоубийства. Но теперь это был явный фарс. Она выпила 15 таблеток снотворного, причем подгадала таким образом, чтобы через несколько минут младшая сестра Гретель, опытный медик, нашла ее без сознания и быстро откачала. Ева картинно умоляла сестру никому не сообщать об этом случае. Но Гитлер все равно узнал, перепугался и тут же подарил возлюбленной виллу в центре Мюнхена. К этому времени он уже был первым человеком Рейха. Еще в 1932 году НСДАП набрала большинство голосов на парламентских выборах и стала самой влиятельной партией Германии. Меньше чем через год, в январе 1933-го, Гитлер стал рейхсканцлером. Еще через два месяца, 27 февраля 1933 года, по его приказу люди из отрядов СС тайно подожгли здание германского парламента Рейхстага. Гитлер обвинил в поджоге коммунистов и другие левые партии. После этого все партии страны, кроме нацистской, были запрещены. Появились первые концлагеря, куда отправляли инакомыслящих. 1 апреля 1934 года Гитлер подписал указ, который запрещал прием на работу евреев. В 1934 году Гитлер приказал рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру провести тщательную проверку родословной Евы Браун. Результаты вполне удовлетворили фюрера. К началу 1936 года с оппозицией внутри Германии было покончено. Нацисты создали тоталитарное государство с железной дисциплиной, мощным карательным аппаратом и вождем, который был наделен абсолютной властью – Адольфом Гитлером. После прихода Гитлера к власти, после 1933 года, постепенно жизнь в Германии налаживалась и улучшалась. Да? Удалось ликвидировать безработицу, правда, ценой этой безработицы была милитаризация труда и создание военной промышленности. Из дневника Евы Браун, 5 июля 1936 года. Одни говорят, что он спаситель Германии, другие боятся его. Я вижу, что этот великий человек заботится обо мне, как никто на свете. Но временами мне очень страшно. Была смесь, с одной стороны, страха, потому что такому человеку стереть кого-то в порошок ничего не стоит. С другой стороны, восхищение. Мы фигуру Гитлера оцениваем с наших позиций. Мы понимаем, что это садист, что это вряд ли, правда, садист. Это политик, все сметающий на своем пути. Политик, который выдвинул жесточайшую идею, и под эту идею все его окружение играло на уничтожение нелюдей, других людей, народцев. Сам-то Гитлер, ну, как многие тираны, руки не пачкал, он только выдвигал идеи. А Ева, далекая от политики, она вычленяла самого Гитлера, а все, что делалось вокруг, она могла и не знать. Зимой 1936 года фюрер приказал построить недалеко от горного селения Оберзальцберг в Баварии свою резиденцию. Гитлер бывал здесь в молодости. Эти края нравились ему. Живописная природа, тишина и покой. В окружении прозрачных рек, альпийских лугов и лесных перевалов очень скоро появилось роскошное поместье Бергхоф – горный замок. Внешне эта резиденция, ну, походила на такой обыкновенный, большой, уютный баварский дом, но внутри она представляла из себя нечто шикарное и противоречившее общепринятому мнению, так сказать, аскетизме и скромности нацистского диктатора. И в гостях у него были те люди, которых он приглашал по делам на разного рода совещания, связанные с экономическими, военными, политическими вопросами. А в кругу, так сказать, ну, условно назовем друзей, да, Гитлер вел свои так называемые застольные беседы. Ева Браун стала хозяйкой Бергхофа, разумеется, неофициально.
Гитлер раз и навсегда приказал ей не лезть в политику и государственные дела. «Твой удел, — сказал он Еве, — красивая жизнь и преданность фюреру». К Гитлеру даже наедине она обращалась не иначе, как «мой фюрер». У Евы был свой штат прислуги. Личный шофер, три охранника и горничная. Вы видите 90-летнюю Анну Плайн. Эта женщина служила горничной у Евы Браун. У Евы была своя комната, у Гитлера своя. Они были расположены так, что из одной комнаты можно было перейти в другую, чтобы никто не видел этого. Между этими спальнями был проход, скрытый от посторонних глаз. Все служащие поместья знали о близости фюрера и Евы Браун, но говорить об этом было категорически запрещено. Прожив в Бергхофе почти 5 лет, Ева Браун с разрешения Гитлера дважды ненадолго уезжала оттуда в компании сестер, матери и отца. Сначала к фьордам Норвегии, вскоре после вторжения в эту страну частей вермахта в 40-м. Через несколько месяцев в Париж. По его мостовым тоже маршировали фашистские полки. Уже почти год шла Вторая мировая война. Дивизии Гитлера заняли Польшу, Чехословакию, Францию, Данию, Норвегию. Европейский блицкриг удался. В германском генштабе приступили к разработке сверхсекретной операции «Барбаросса» – плана вторжения в Советский Союз. В это время фаворитка фюрера Ева Браун под охраной взвода эсэсовцев сначала купалась в горных озерах Норвегии, а потом гуляла по Елисейским полям в Париже, накупив там себе дорогих платьев и косметики. Она любила наряжаться, предпочитала легкие светлые платья, иногда носила народную баварскую одежду. Фюреру это нравилось. У нее было множество брюк. Тогда женские брюки были редкостью, и вот за это как раз господин Гитлер ее ругал. Ему также не нравилось, когда она распускала свои чудные волосы. Поэтому такое случалось редко, только когда он уезжал. Минимум косметики на лице при нем, а без него она позволяла себе очень яркую помаду и легкие духи. Как-то раз Гитлер устроил Еве дикий скандал, когда она перекрасила свои роскошные светлые волосы в темный цвет. «Мне не нужна брюнетка», — кричал фюрер, — «мне нужна блондинка». Когда хозяина не было в Бергхофе, Ева изредка ездила на машине в соседнее селение Оберзальцбург. Там до сих пор живет Йоханна Стангассингер. В конце 30-х ей было 15 лет. Она хорошо помнит симпатичную блондинку, которая всегда появлялась под охраной трех дюжих парней в штатском. Она очень мило улыбалась всем встречным. Немного погуляв по улицам нашего городка, Ева заходила в магазин и покупала что-нибудь. Я сама видела, например, как она попросила у продавца отрез ткани, видимо, на платье. В магазин охранники не заходили, а вот на улице никому не разрешали подходить к ней. Ева была очень статной женщиной, ее походка была легкой и пружинистой. Она словно не шла, а летела вперед. Горожан всех до единого вызывали в местное отделение гестапо, где объясняли, что сведения о всех обитателях резиденции фюрера считаются государственной тайной. Догадки о том, кто такая Ева Браун, были запретной темой. Все письма друзьям и родственникам вскрывали агенты тайной полиции. Как-то раз один из наших земляков, изрядно посидев в пивной, сказал приятелям: «У нашего фюрера неплохой вкус». И все, больше мы его не видели. Гитлер терпеть не мог, когда Ева в его присутствии лестно отзывалась о мужчинах. Иногда его ревность доходила до абсурда. Ева была без ума от американского кино. Особенно ей нравилась знаменитая голливудская сага «Унесенные ветром». Она уговорила Гитлера посмотреть ленту в шикарном кинозале Бергхофа. Фильм фюреру неожиданно понравился. Он даже приказал выпустить его на экраны Германии, хотя американские кинокартины в городах Третьего Рейха к прокату не допускались. Но через несколько дней все испортила сама же Ева. Она сказала фюреру, что ей очень нравится исполнитель главной роли, артист Кларк Гейбл. Да еще добавила, что он очаровательный мужчина. Фюрер кричал на нее так, что даже прислуга слышала. После этого фильм «Унесенный ветром» с экранов Германии убрали. После прихода Гитлера к власти кино Германии стало составной частью программы «Gleichschaltung» – подчинение всех сфер жизни Германии нацистской идеологии. «Я хочу использовать кино как инструмент пропаганды», – говорил Геббельс.
По поручению фюрера именно он контролировал немецкое кино на всех стадиях, от производства до проката. Снимали в основном музыкальные комедии. Народ должен отдыхать от напряженного труда на благо Великой Германии. И откровенные агитки о подвигах истинных арийцев, которые побеждали врагов низших рас. Ева не любила эти фильмы, но каждый вечер послушно шла вместе с Гитлером в уютный кинозал Бергхофа, где крутили очередную кинооперетту, а потом выпуски свежей кинохроники. Она была далека от политики, интересовалась в основном фильмами, актерами, актрисами, звездами, музыкой и модой. Ну, и жила в полном уединении. Естественно, это накладывало отпечаток на ее психическое состояние. Она не была удовлетворена своим положением. Можно себе представить, что она чувствовала. «Птичка в золотой клетке», как-то сказал своей жене о подруге фюрера Мартин Борман. «Мы видели, как она украдкой плакала, но на людях всегда появлялась с беззаботной улыбкой, очень хорошо и модно одевалась. Но если фюрер приказывал не появляться в каком-нибудь наряде, тут же прятала его и больше не доставала». О непростых отношениях фюрера и Евы Браун, конечно, знали соратники вождя, которых он время от времени приглашал в Бергхоф. Борман, Геббельс, Геринг, Гиммлер. Но никто даже заикнуться не смел об этом романе. Третировать ее, плохо к ней относиться, ну, я думаю, что ни один бы из приближенных фюрера просто не рискнул бы. Гитлер бы такое не простил. А она же, в общем, нет никаких сведений, что она когда-либо использовала свою близость Гитлеру для каких-то интриг там или для продвижения, так сказать, одних лиц и удаления других. И Борман, и Геббельс, и Геринг должны были терпеть ее как любовницу Гитлера. И открыто они не выражали своих чувств, естественно. Вот. Но, как писал адъютант Гитлера Линде, все сочувствовали ей и жалели ее за то, что она была затворницей фактически. Отношения с женами соратников Гитлера у Евы не сложились. Аннели, жена министра иностранных дел Йоахима Риббентропа, ее просто не замечала, при встречах даже не здоровалась. Эмми Геринг однажды назвала прилюдно подругу фюрера плебейкой. Гитлер, узнав об этом, запретил ей появляться в Бергхофе. Жене Геббельса Магде Ева дала отпор самостоятельно. Беременная очередным ребенком Магда Геббельс однажды попросила Браун завязать ей шнурки на ботинках. Ева сочла это оскорблением. Со словами «Вы меня перепутали с прислугой», она резко встала и вышла из комнаты. А я в это время убирала спальню Евы. Так Ева подошла ко мне и приказала пойти к Магде Геббельс и помочь ей со шнурками. Ева была в бешенстве. Ева яростно ревновала своего возлюбленного к Магде, красавице-аристократке. Гитлер относился к ней очень тепло, не скрывая своих симпатий. А вот другой объект внимания Гитлера, звезду немецкого кино Марику Рок, Ева Браун называла при нем неповоротливой коровой. Здесь тоже была ревность. Она ревновала Гитлера и к самой известной актрисе Германии тех лет Марлен Дитрих. После прихода к власти нацистов Марлен отказалась вернуться на родину из США, где она работала по контракту. В 1934 году Гитлер отправил ей письмо, в котором недвусмысленно намекал, что был бы рад видеть любимую актрису хозяйкой своего дома. Марлен приехать в фашистскую Германию отказалась, но Ева долго помнила эту историю. Однако больше всего Ева переживала из-за Лени Рифеншталь. Лучший режиссер-документалист фашистской Германии Лени сняла два самых любимых фильма фюрера «Триумф воли» и «Олимпию». Гитлер прилюдно называл Лени своей сестрой. Но Ева подозревала, что здесь нечто большее, чем братская любовь.
В отношении Евы к Маре Кирок, Марлен Дитрих и Лене Рифеншталь было нечто большее, нежели обычная женская ревность. Все три были успешными звездами кино. Ева была абсолютно уверена, что могла бы стать знаменитой актрисой, но Гитлер даже слышать об этом не хотел. Зато он подарил ей кинокамеру. И она снимала все подряд. Это съемки 1942 года, в разгаре Вторая мировая война. В руинах лежат тысячи городов, сотни тысяч людей ежедневно гибнут на фронтах, умирают от голода старики, женщины, дети. Днем и ночью дымят газовые камеры концлагерей. А в Альпийских горах, словно на другой планете, где нет горя, боли и беды, Ева Браун играет с любимой овчаркой Гитлера по кличке Блонди. Ад где-то очень далеко. Здесь рай. Конечно, она знала про войну, но она наверняка была убеждена, что ее Адольф ведет правильную войну, что он сражается за справедливое дело. Враги Германии — это и ее враги. Я думаю, что она это спокойно воспринимала. У нее была, если можно так выразиться, исковерканная жизнь, бесспорно. Она жила в одиночестве. Редко Гитлер ее посещал, хотя он однажды выразился так. У него была собака любимая, Блонди, которую он отравил до своей смерти. Он говорит, что больше всего он доверял своей собаке Блонди и Еве Браун. Когда Гитлер приезжал в Бергхоф, жизнь в замке текла по одному и тому же графику. Днем он гулял по имению, возился с любимой овчаркой, иногда играл с детьми своих соратников Бормана и Геббельса. Их виллы находились рядом с Бергхофом. Приезжая туда, они изредка брали с собой детей. У Бормана их было 10, у Геббельса 6. Ева мечтала о собственных детях, но Гитлер был категорически против. «Сейчас не до этого», — говорил он Еве, — «слишком много забот о судьбе Германии». Есть, правда, версия, что фюрер просто не мог иметь детей из-за врожденного физического недостатка. В 1939-м он подарил Еве щенка скотч-терьера со словами: «Теперь тебе будет чем заняться». Не подарив ей детей, он подарил ей собачку. Не имея детей, Ева удовлетворилась опекунством над этим маленьким, любовью, лаской к этому маленькому существу и обратной отдачей тепла ей. В хорошем расположении духа Гитлер позволял Еве снимать себя на кинопленку. Если был настроен плохо, уединялся и не позволял никому даже близко подходить. Вечером обычно собирались за столом в роскошном каминном зале. Слушали музыку любимых композиторов фюрера – Бетховена, Моцарта, Вагнера. Потом беседовали. Солировал, конечно, Гитлер, а речи его были, в особенности застольные беседы, совершенно банальные и малоинтересные, хотя все слушатели, конечно, внимали с восторгом каждому его слову и старались поддакивать. Вот, иногда слушали классическую музыку, иногда музицировали, не танцевали, потому что Гитлер танцевать не умел. Вот. И любимое развлечение общества было или смотреть фейерверки на балконе, или же из олова лепить фигурки солдатиков. Вот такое нехитрое времяпрепровождение высшей политической элиты Третьего рейха. Ева старалась выполнять любой каприз хозяина, не противилась самым вздорным выходкам. Пребывая в дурном расположении духа, фюрер мог не разговаривать с ней неделями, презрительно смотреть на ее спортивные занятия, раздражался в ответ на ее ласковые слова.
часто уезжал из Бергхофа, даже не предупредив его. Из дневника Евы Браун, 5 августа 1937 года. Он в Берлине уже 3 месяца. Ни одного письма. Еще недавно уверял, что безумно любит меня. Какая же это любовь? Мне грустно и тяжело. Но жду его, как самую большую радость. Он диктовал ей, давил на нее. И это ей не нравилось, естественно. Она мучилась от этого. Есть такие сведения. Вот Линда, адъютант, писала об этом, что, в общем, она была несчастной женщиной. Из дневника Евы Браун, 20 июля 1944 года. На фюрера совершено покушение. Узнав об этом, я упала в обморок. У меня плохие предчувствия относительно нашей судьбы. После неудачного покушения офицеров вермахта на Гитлера летом 44-го 25 тысяч участников заговора были казнены. Психическое состояние фюрера стало удручающим. Он боялся выходить из подземного бункера в Берлине, полностью сменил охрану и все реже приезжал в Бергхоф. Зимой 45-го года советские войска уже теснили фашистов по всему фронту. Дивизии союзников высадились в Нормандии. США и Великобритания наконец-то открыли второй фронт. Из дневника Евы Браун, 12 февраля 1945 года. Он позвонил мне, у него убитый голос. Он спросил, могу ли я приехать в рейхсканцелярию, чтобы разделить с ним тяжелые времена. Я ответила, что выезжаю немедленно. Это последняя запись в дневнике Евы Браун. На пути в Берлин ее машину обстрелял английский истребитель. Но Ева и шофер не пострадали. В бункере ее встретил фюрер. Руки у него дрожали. Срывающимся голосом он сказал: «Я очень горжусь вами, фрейлин Браун. Вы так привязаны ко мне, так привязаны». Ровно через 3 месяца после приезда Евы Браун в Берлин полки советской армии начали генеральный штурм столицы Третьего Рейха. Вечером 25 апреля Гитлер пригласил Еву Браун в свой кабинет. Несколько минут они были наедине. Ева вышла от него со странной блуждающей улыбкой. В полголоса сказала своей подруге, секретарю Гитлера Траудль Юнге, что фюрер сделал ей предложение, и через день-два они станут мужем и женой. ...28 апреля 1945 года, Берлин. В 9 часов вечера Гитлер вызвал личного секретаря Герду Траудль и продиктовал ей несколько фраз. Из предсмертной записки Гитлера. «Я решил взять в жены девушку, которая долгие годы хранила мне верность и пришла в осажденный город, чтобы разделить мою участь. Я лично и моя супруга предпочли смерть, позору, бегство или капитуляцию». Ева тоже оставила короткую записку для родных. Отец, мать и сестры в это время были в Мюнхене. Она написала, что наконец-то сбудется ее мечта. Она станет женой человека, перед которым всегда преклонялась. А потом они вместе уйдут из жизни. 28 апреля 1945 года в 10:30 вечера в кабинете Гитлера собрались гости. Геббельс с женой, Борман, 2 генерала СС, Бургдорф и Крепс, секретари и помощники фюрера. Почти сразу появились Гитлер и Ева. Он в сером кителе канцлера. Руки у фюрера тряслись, посидевшая челка спадала на потный лоб. Ева была необыкновенно хороша в длинном, наглухо застегнутом платье из черного шелка. Гитлер его особенно любил. Муниципальный чиновник, его привезли в бункер на бронетранспортере, чудом прорвавшись сквозь кольцо советских войск, совершил обряд бракосочетания. За несколько минут до полуночи 28 апреля 1945 года 56-летний Адольф Гитлер и 33-летняя Ева Браун стали мужем и женой. От волнения Ева сначала расписалась в брачном свидетельстве девичьей фамилии Браун,
но сразу зачеркнула ее, чтобы в первый и в последний раз в своей жизни написать «Ева Гитлер». Прожить в столь долгожданном супружестве ей оставалось 28 часов. Свою жизнь она все-таки связала с ним до конца и вместе с ним ушла из жизни. Это говорит все-таки о том, что она его любила. И то, что Гитлер предложил ей такой уход из жизни и такой вариант, говорит о том, что он хотел, ну, есть такая расхожая фраза, жили счастливо и умерли в один день. Так, по крайней мере, он хотел умереть с Евой в один день. В 3 часа дня 30 апреля 1945 года супруги Гитлер еще раз попрощались со всеми, кто еще оставался в бункере, и зашли в кабинет фюрера. Его личный адъютант встал у порога с автоматом. В половине четвертого в кабинете раздался выстрел. Борман и камердинер фюрера Линге вбежали в комнату первыми. Гитлер полулежал на диване с огнестрельной раной на виске. Рядом с ним, поджав ноги в замшевых туфлях, сидела Ева Браун. Она была фатально, фанатично предана Гитлеру. И, между прочим, вот по взаимному согласию они, значит, решили покончить жизнь самоубийством. Гитлер в своем завещании об этом написал заранее. И она за 2 минуты до Гитлера, приняла цианистый калий. Ну, Гитлер, по свидетельству его приближенных, Гитлер покончил жизнь путем самоубийства. Из пистолета выстрелил себе в висок. Их тела, следуя завещанию фюрера, эсэсовцы из личной охраны сожгли, а потом закопали обугленные останки в огромной воронке от фугасной бомбы. Через несколько дней после падения Берлина это захоронение нашли офицеры советской контрразведки. Так закончился долгий и странный роман простой немецкой девушки и одного из самых кровавых диктаторов всех времен. Ева Браун, как и миллионы ее соотечественников, оказалась в плену жестокой воли одного человека. Она сначала посвятила фюреру жизнь, добровольно отказавшись почти от всех своих желаний и грез, а потом и собственную смерть, исполнив главную мечту своей короткой жизни – умереть вместе с повелителем, так как делали ее любимые героини в сентиментальных кинодрамах. Фильм «Адольф и Ева» она довела до рокового финала.